Прошел Кубок Казахстана по вольной борьбе и женской борьбе. На этот раз первенство было организовано в Темирском районе. В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте до 17 лет. Темирский район давно является краем, откуда выходят подающие надежды спортсмены. Тем более, что в районе особое внимание уделяется развитию спорта, в том числе борьбы. Предыдущий турнир «Темир борцы» получил положительную оценку от населения, поэтому первенство страны прошло в этом районе. Рост интереса к спорту сельчан произошел за счет улучшения спортивной инфраструктуры. Развитию видов спорта уделяется в нашей стране большое внимание. Такое поручение дал сам глава государства Касым-Жомарт Токаев. В нашей области для реализации поручения президента страны делается многое. Каждый год строятся новые спортивные объекты. У детей по многим видам спорта есть возможность заниматься бесплатно. На соревнования были приглашены представители Федерации греко-римской борьбы, известные в стране спортсмены в качестве специальных гостей. Те отметили, что спортсмены, выступающие на мировых соревнованиях, чаще всего происходят из села. И поэтому проведение Кубка страны в Темирском районе далеко не случайность. Вспоминая прошлые достижения наших борцов, можно с уверенностью говорить о том, что прославленные борцы почти все выходцы из районов. Это говорит о том, что даже в отдаленной сельской местности рождаются великие чемпионы. Способствует тому и хорошая тренерская подготовка. В свою очередь, разрешите выразить благодарность от лица Казахстанской Федерации, руководству района и персонально отдела физической культуры и спорта. В общей сложности в соревнованиях приняли участие представители 13 областей, а именно около 200 юных спортсменов. 19 мальчиков и 15 девочек вышли в финал. По итогам первенства сильнейшим борцом стал представитель Туркестана. Я провел 4 боя. Среди моих соперников были ахтубинские ребята и наши из Туркестанской области. Мы долго готовились к соревнованиям и хочу отметить хорошую физическую подготовку и форму ахтубинских спортсменов. В целом же первое место досталось сборной Туркестана. Второе место заняла Актюбинская область, третье – атырауские борцы. Владимир Федотов, Динара Абдуалиева, Дажан Жасуланов, телеканал Актобе.